Первичное семеноводство картофеля возрождают в Мариэл. В региональном филиале Россельхозцентра заработала лаборатория микроклонального размножения картофеля по системе инвитро, то есть в пробирках. По словам агрономов, это один из наиболее действенных способов выведения здорового посадочного материала с хорошим иммунитетом. Микробиологи уже провели первое черенкование растений, благодаря чему саженцев стало почти в 5 раз больше. Пробирки с будущей картошкой держат в специальной стерильной лаборатории с климат-контролем. Одной из первых туда заглянула Алевтина Бокова. Эти маленькие зеленые росточки в пробирках – картофель. Их микробиологи вырастили из образовательной ткани клубня растения, так называемой меристемы. Только спустя 5-6 поколений из микроботвы получится привычная нам картошка. Летом ростки из пробирки пересадят в теплицы, где специалисты получат уже микроклубни размером с горошину от 2 до 9 миллиметров. Позже и их посеют, чтобы вырастить первое поколение растения. И так в несколько этапов до элиты. Поскольку есть доктрина продовольственной безопасности страны, и президентом была поставлена задача в первую очередь обеспечить 75% семян отечественных сортов, мы решили заняться непосредственно выращиванием таких растений для того, чтобы производить мини-клубни, непосредственно заняться первичным семеноводством картофеля. Процесс первичного семеноводства трудоемкий и долгий. Практически на всех этапах важно соблюдать технологии выращивания растения и стерильность. По словам специалистов Россельхозцентра, у первого выращенного клубня серьезный потенциал. У него высокая урожайность и иммунитет к различным вирусам и болезням. В будущем полученные клубни планируют реализовывать хозяйством Мариэл. Кстати, некоторые фермеры уже занимаются семеноводством. Андрей Бабушкин из Горномарийского района на своих полях выращивает супер-супер-элиту. Его у нас двухгодичное размножение. Первый год мы получаем супер-элиту и второй год элиту. И эта элита потом продается по всей России, семеноводство. Помимо научной деятельности, специалисты Россельхозцентра занимаются и рассадой. В теплых галереях взошли томаты, перцы, баклажаны и несколько видов цветов. Чтобы растения не таяли и росли крепкими, важно выбрать качественный грунт и правильно подкармливать саженцы, рассказывают агрономы. Здесь, в центре, например, используют верховой торф. Еще специалисты советуют следить за поливом. Говорят, лучше слегка пересушенная рассада, чем перелитая. Как только, значит, взошли, ничем подкармливать не надо. Надо перед тем, как сеять, нужно запитать питательными растворами, чтобы там азот, фосфор, калий. Можно аммиачную селитру, можно растворами, можно сложные удобрения, нитромофоска. Если рассада крепкая, мощная, хорошая, но нижние листочки начинают желтеть, это говорит о том, что недостаток азота необходимо подлить. Если растение начинает тянуться, значит его пора пересаживать. Росткам не хватает бокового освещения, отмечают агрономы. А вот белый налет на почве с рассадой говорит об отложении солей. Такое бывает при поливе жесткой водопроводной водой. Для здоровой рассады специалисты рекомендуют использовать отстоявшуюся или талую воду.